папы. Что? А я хочу говорить папу. На рыбалку? Папа, я с папой собираюсь. Антошек завтракает перед завтраком, да, в садике? Чай с молоком и с бубликами. Бабулечка вяжет, я тоже уже робочку перевязала. 6 часов проснулась. А ты что сделала? Ну, на ремонт же в садик, что сейчас тебе Женя повезет. Старше. Посмотри на меня, красавчик. Тебе надо в садик. Мама, я сюда поставлю. Да еще никто не едет на рыбалку, успокойся. Так, ну что, у нас уже почти 12, да, Зоечка? Ага. Зоечка пока с тетей Верой, да? Ага. Вот, все уже уехали. Мы сейчас пойдем... О, у нас запиликало что-то. Пошли смотреть, что там у нас запиликало. А у нас же запиликала мультиварка. Потому что здесь у нас... Вот, посмотри, у нас же тут все запиликало, Зоечка. Все выключаем. Опа-на! А тут у нас мясо с перловкой. Опа, все готово. Сейчас я все наложу, чтобы все остыло, да? Это очень горячее все. Все приготовилось. Здесь ребрышки. Ой, Зоенька, это ты едешь? Зоя, здесь горячее. В общем, сейчас наложу. Здесь у нас такие вот сырные ребрышки, и я, получается, аж все обжарила на сковороде с морковкой и с луком, ну, мяско. Сюда положила перловку, аж 3 раза включала на режим крупу. Ну, естественно, соль, перец, там приправы от камис, вот эти для картофеля. Все горячее, Зоенька. Сейчас я все наложу, все остынет, будем обедать, да? Будем обедать? Ага. Давай. Ну что, Гришуля уже дома. Поймал 2 рыбешки всего лишь, да? Красноперочки. Жара, жара. Кто за Юня себя хорошо ведет? Как ниндзягу, да, Зоя? Покажи, как ты умеешь, как ниндзягу. Как ты как ниндзягу делаешь? Так что так? Ты так можешь? Ну, сделай. Будем обедать. Перловку с мясом, соленые огурчики, салат вчерашний, соленый, вечерний. Соленый. Пробуй. Зоя, тебе дать огурчик? Или нет? Будешь? Да. Сейчас уже соль появилась, Гриш. То мы первые ели, они были не очень просоленные. Вообще не соленые. А сейчас они уже нет, уже повросаливаются. Привет! Расскажите, вы приехали на рыбалку? Олеся как раз в такой этой майке рыбацкой, знаешь, что, чтобы слиться с природой, да? Как вам там? Жарко? Сегодня прям жаркий день, да? 35. Да, 27, вот было нормально. А в бассейн не набрали? Нет, у нас батут набран. Можно попрыгать с ветерком. Пойду туда купаться в речку. А там купаются? Ну, сижу, не купался вместе с Рексом. Ничего, его не... Не обсыпала? Нет, живой. А Рекса обсыпала? На качелю? Не, я же хочу на речку пойти за Гришу позвать. На карате сейчас поедем. Или ты на качели покатаешься? На качели? Ну давай, я тогда сейчас Гришу позову, хорошо? Ага. Все, ты прыгала? А? Ты прыгала? А вы тетя? Ага. Молодец. Хорошо прыгала? Молодец. Вот так прыгала? Высоко? А тебе не страшно? Молодец какая. Что тут рыбаки ловят рыбу? Григорий, нам на карате. Гришенька, а где же рыба, сынок? На берегу? Миш, привет. Ой, ну течение есть, да? Ты видишь, а тут хлеба. Я не знаю, тут рыба должна объесться. Ну, сейчас там еще чуть-чуть, да. И сейчас уже нам же на карате. О, Гриша вытянул, ура! Ого, бля, глаза. Гляньте, я захвасываю.
Лаз один выйдет. Молодец. Там быстро она придет. Покажи рыбу. Какое ведро у вас, Алиса. Не, ну ты ж воды туда там зачерпни, набери бутылку. Давай, Гриш, убирай все и поехали. Овек мой, поросенок, а ты чего такой грязненький? Ты что тут делал, играешь? Молодец. Смотри, кто там сидит. Кто в машине сидит? А, как ты можешь, котик? Папа, иди сюда. Ой, сына, аккуратно. Давайте я сейчас пойду спрошу воспитательницы, как вы себя вели. Подожди, пошли сейчас спросим у воспитательницы. Самолет улетел. Скажи, как в садике. Не плакал. Он не плакал. Ну, молодец, да, опять что ты не плакал. А что ты еще не делал? Ты кушал? Да. Обаловался? А чего? Так надо ж чуть-чуть побаловаться. Чуть-чуть, да? Там фоткайте. Вот. Поехали, я вам лучше амброзию покажу. Вот то красиво. Там уже где лесополосе коноплю найдем. Так, Фофанька, ты куда? Тебя фотографировать? А, привет. Тебя надо фотографировать? Да. Не надо. Упал? На раму, на раму. Ну что, потихоньку хоть тебе помогать? Или ты сам? Давай ты сам, хорошо. Может, ты пойдешь кроссовочки обуешь? Ну, вынеси. Ой, Фуфа, ты позируешь? А раздевалка напротив? На велике. Костер горит. Сейчас будем жарить курицу и купаты мираторговские. Вечером сейчас тут лучше, да? Не так жарко. Яблоки спеют. Уже даже падают. Яблоки, да. Я сегодня ходила, смотрела. Там хорошие такие яблоки. Угу. И тут яблоки. Такие красивые. И тут яблоки. Я смогу сказать. Сможешь? Да. Да, оно не очень сложно скалывается. Приложить много усилий. Достаточно. То можно его разрубить. Го! Уже с карате забрали? Еще не жарим, пока это... сильные угли, сильные, да? Жар. Можешь сотовым проверить. Да? Давай проверим корпуса на прочность. Да? Ты думаешь, они огнеупорные у нас? Не кидай ничего, нет, вдруг в глазик тебе. Нет, ты любишь фотографироваться, сама с телефон не выпускает. Ну я, так... Я люблю фотографироваться, да, я не спорю. Тихо, не кидай ничего, сына, не надо. Тока. Гриша, не страдай ерундой. Один, вот это два, кто три. Уже кинул, а? Твой любимый. Кто это кинул? Ты тапочки лучше научись одевать. Начало. Ну что, получилось? Это курица? Это курица. Ну, ты думала, из курицы свинина получится? Я думала, из курицы свинина получится. Колбаска, да? Сейчас будем кушать! Да, сейчас тетя Олеся приедет. Опа, гамма стайл, опа, гамма стайл, опа. Все, будем ужинать. Там, если стульчиков не хватит, то Сержуня сейчас тогда табуреты принесет. Нет, вот туда еще. Это огромный-огромный ужин. Да, огромный-огромный ужин. Сейчас мальчики табуреты тогда принесут. Я принесу.
Принеси. Сколько да, табуретов? Я не знаю. Табуретки посидеть. А я не знаю. Ну принеси пока один. Папа сейчас придет, да? Так, все, мы постелили. Нет, пошутил. Для этой дружной компании. Сразу ночует у нас. И все это благодаря Паше, да, Паш? Паша нам разрешил всем остаться сегодня. Паш, так да. Что мне завтра прицеп привозить, друг, покуришь? Да, делать все равно еще, после рыбалки, да. Паш, я это засняла даже. Завтра ж надо снимать продолжение банкета. Я, наверное, пока тачку прикачу, а потом разберемся, да? For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own.